Всем привет. Всем привет, ребята. У нас просто погода ужасная. Что? Ливень реально, нереальный ливень. Он все мокрое, холодно. Мы вышли в магазин. Сейчас чемодан проедет. Это был не чемодан, тележка для продуктов. Мы вышли в магазин немного купить продуктов, потому как все будет закрыто в связи с праздничками. Да. Немцев уже Пасха будет в это воскресенье, да? Да, если мы не ошибаемся, то в это воскресенье. Вот. Вот, мы собирали бутылок тоже. Вот два пакетика у нас. Сейчас будем сдавать бутылки и шиковать просто на эти, сколько, 3 евро, 4. Да. Вот. Ну, видим, что там, может, по скидкам видим. Ну, да. Мне вот интересно, пробьется что в магазинах? Сейчас зайду, посмотрю. Типа праздничное? Праздничное, да. Я думаю, что... Сейчас посмотрим. Идемте. Нет, идемте с вами. Вот, ребята, у нас здесь есть акшн-магазин, Росман и Алди. То есть все в одном помещении находится. Это очень удобно. Раз. Надо в Росман, забежали в Росман, потом надо в Алди, сразу же Алди. Все очень быстро. Надо бутылки сдать, сейчас в Алди. По мнению. И в этом магазине, кстати, много всяких дешевых вещей есть. Как бытовых. Так и просто вещей. О, всякие колонки, ручки, тетрадки, да, завязки, чего там только нет. Больше мы в этом магазине покупали, кстати, колонки. Да, это он, этот магазин есть и в Польше. У нас сегодня звуки просто походу по очереди. Все, ребята, что это было? Сдаем бутылочки. Сейчас посмотрим, сколько у нас получится получить. Все, ребятки, 3.25, нам подошла женщина и дала нам одну маленькую бутылочку. Почему нам дают бутылки, Настя? Не знаешь? Сейчас на 3 евро как закупимся вообще. Вот на Валде шоколад 59 центов. Я вообще в шоке, это очень дешево. Это, считай, 20 гривен, ну, чуть больше, там, 22 гривен, грубо говоря. Вообще дешево. Ну, возьмем, конечно, так. Да, вот такую хочется. Возьми с карамелью. Угу. Вот те самые конфетки, которые я вам очень рекомендую. Они реально вкусные. Прям очень вкусные. Взяла? Взяла вот эти две шоколадки, хлебушек. Идем дальше. Водичку давай возьмем. 27 центов. А буквально недавно стоила она 25. Это бананы по хорошей скидочке. Будем брать? Или они не очень? Я не знаю, надо брать. Мы когда-то взяли, оно прям было невкусно. Киви. Евро 0,9. Вот, килограмм. Киви не надо? Килограмм. Давай возьмем. Ну, я не уверена, что на хорошее. Виноград. Тоже по акции. Винограда я бы хотела. Не хватает, на самом деле, нам фруктов, витаминов вообще не хватает. Клубнику как-то взяли, так она вообще невкусная. Зеленая, безвкусная. Да, она выглядит красиво, она даже очень пахнет, но она реально никакая. Вот прям никакая. Выкинули по итогу. Без акции. Нет, виноград по акции. Нет, я вот думаю. Ну, давай возьмем виноградик. Ну, давай, виноградик какой? Одинаковый или нет? Ну, одинаковый, да. Это вроде спелый. Да нет, это он не должен быть вообще прям таким. Вообще должен быть вот таким. Он невкусный, Настя, ну, такой. Ну, зеленый, хорошо, выбирай. Ну, давай ты тогда бери себе отдельно или что? Я не понимаю, ребята, напиши, как нам, пытаться отдельно или нет? Да. Короче, я сейчас сама выберу. Ребятки, помидорки. Давай, типа чериков, 300 грамм, 99 центов. Ну, конечно. Фу, нет, не очень плохо. Хотя? Ну, это именно вот это. Давай берем две упаковки. Скидка хорошая, они должны надо быть смотреть, знаешь, более сюда умные. Вот так переворачивать, потому что бывает... Так, ну тогда я ж тогда взяла с плесенью. И там пишут нам в комментариях, что вы выдумываете, да, с плесенью, конечно, продуктов. Никогда не видела там в Алди или не в Алди, неважно, типа в супермаркетах Германии. Никогда не попадалось... Мне ничего с плесенью. Ну что вы придумываете? Мне конкретно есть видео, что есть продукты с плесенью. Я выставляла в шорт. Вообще, что я должна это доказывать? Ага, какой бред. Возьми две упаковки, потому что скидка хорошая. Да, и я смотрю, хочу будет выбрать. Все закрыто. Помидоры мы в салат любим добавлять. Ну нормально. Я не видела, а тут здесь скидка.
Вот, особенно на перец, вообще не было таких скидок. Это, видимо, из-за того, что будут выходные, чтобы все не попропадало. Я хотела бы, знаешь, что фаршированный перец. Но если фарша нет. Не, ну что, ну можно прям сделать курицу мелко. Сейчас собью. Раздробить. Нет? Это проблемно. Да что, оно все равно будет вкусно. Не знаю, сейчас подумаем. Ребята, вышли мы с магазина. Дождь не прекращает идти. Такая тут у нас красота. Фонтанчик установили. Чтобы еще погодка была хорошая, было вообще классно. Мы же вам не сказали самое главное. Мы сейчас спешим домой, потому что у нас на 6 часов по нашему времени и на 7 по украинскому первый пробный бесплатный урок немецкого языка. Вот. Мы хотим попробовать, как вообще все это происходит. Я нашла в Инстаграме эту школу. И позвонили, в общем, нашла я в Инстаграме эту школу и говорю: Настя, давай, попробуем. И, в общем, расскажем вам наши впечатления, понравилось нам, не понравилось. Девочка там украиноязычная, все будет на украинском языке объясняться. Ну, посмотрим, как оно будет. Там, по-моему, с нами будет еще 5 человек. Да, 5 в принципе, человек. Это нормально. 55 минут идет этот урок. В общем, будем смотреть, как оно нам. Да, сейчас бежим домой, дождь идет сильный. Потом покажем, что же мы купили. Скупились, вроде шли взять там, грубо говоря, яйца, помидоры, а набрали целую торбу. Да. Мы уже как Юля Стар. Все, включимся. Ага. Ребята только зашли домой, пришло письмо, сейчас будем его переводить и разбираться, что же там от нас требуется. Буду отправлять нашему волонтеру, который нам помогает, чтобы он подсказал. Опять это связано с этой компанией НЭФ, с электроэнергией, с газом. В общем, что-то пришло, потом расскажем вам. Ребята, сейчас будет быстрая распаковка, потому что через 20 минут у нас первый пробный урок. Зачем я сегодня мыла голову, если я попала под дождь? Я не знаю, зачем ты это сделала. Огерок. Ты же говори, сколько он стоит. 39 центов. Очень дешево. Такой скидки не было никогда. Брокколи 400 грамм, 59 центов. Эти помидоры вы видели, они по 99 центов, 300 грамм. Хорошо пахнет. Ну, куда без нее? Мы же ее вчера попробовали, она нам понравилась. А? Классная. Намного лучше, чем оригинальная. Ноль кофеина, ноль сахара. Но это никак не может. Опять взяли этот сыр по акции 2 евро. Хотим сделать... Да. Виноград открылся. Фу. Бля. В смысле? В прямом. Майонез. Ой, и кетчунес. А в чем это? Фу. В чем это? Как скло. Что это? Не можешь потрогать? Вот. Не знаю. Бананы. 8, ну, вы видели. 89, по-моему. Можно если? Что? Я хочу есть. Не поняла. Можно уже есть? А, ешь, конечно. Господи, что ты меня спрашиваешь? Можно? Нельзя. Хлеб тостовый. Шоколадки вы видели, где-то еще одна. Скидки, да, да. Такой скидки тоже на Милку никогда не было. Яйца, они, по-моему, два... Сколько? Я не знаю. Они без акции. Руккола 59 центов, это тоже очень хорошая цена. Еще одно брокколи пожарим с яйцом, очень вкусно сделаем. Хлеб обычный за евро. И, короче говоря, взяли мы вот такое тесто. Хотим отметить 1000 подписчиков наших. Хотим приготовить пиццу. Тесто сами не решили сделать. Надо потому как, искать, да, это проблемно. Знаю, колбаска евро 59 по акции в пиццу пойдет 250 грамм. Ого, я думала 200 грамм. 50. Это тоже по акции евро 49, по-моему, евро 19 в рум. А так она стоит 2 евро. Ага. Ну, до 2, евро 99. А стоила раньше евро 59, сейчас уже 2. Да.
Настя взяла для кофе такие сливки. Ну и вот эта шоколадка, то, что вы видели, когда еще в начале видео видели шоколад. Вкусный банан? Угу, да, так, а что там с виноградом? Я не знаю, он в чем-то. Он в чем-то, в чем? Короче, сейчас быстренько расчесываемся, берем тетрадочки, которые мы берем с собой на курсы, и будем идти на пробный урок, идти. Да. Идти в онлайн пробный урок. У нас, конечно, не знаю, как мы будем. Места у нас не так много. Короче, Настя, наверное, будет на кухне, а я в комнате. Позакрываем двери, чтобы не было звука. Ну да, будет перебиваться, там интернет будет. Вроде у нас там будет, я сейчас посмотрела в группе, 4 человека всего. Ну, именно сейчас. А вообще должно быть 5, да? Там самое сильное. 5, да, 5, 6, 7, 8. Ну, чем меньше, тем для нас это лучше. В общем, и мы потом сразу же включаемся и рассказываем наши впечатления об этом пробном урочке. Пожелайте нам удачи. Вот, Настя решила показать виноград. Ну да, действительно, что-то на нем химия, есть. Наверное, что это? Но это не пропавшее. Оно как скло. Угу. Не знаю, ладно, времени нет об этом сейчас думать. Так, ребята, я уже присела, взяла блокнотик этот, ручку-карандашик. Чашка будет моим штативом. Настя уже тоже сидит на кухне. Сейчас уже буквально через 3 минутки будем подключаться в Zoom. Все. Ну, ребята, закончился наш пробный урок немецкого языка онлайн с украиноязычной девушкой. В целом впечатление нормальное. Ну, нормальное, да, для первого раза, да. Вот все, что я записала. Тут у меня таких 3 листика. Ну, знаете, первого урока мало. Более подробно мы, наверное, расскажем, да, Аня, в следующем, да, видео. Да, какой там был у нас нюанс. Вот нас как будто вечно что-то преследует. Вот все равно что-то идет не так. Вот и на этом уроке кое-что пошло тоже не по плану. Что нас очень сильно выбесило. Мы, конечно, промолчали. Да, но... хотели написать, но промолчали, да. Но промолчали. В общем, расскажем уже подробно в следующем видео. Так что пока смотрите нашу распаковочку, как прошел сегодняшний наш денек. А мы еще обязательно вернемся. Так что хорошего вам настроения, хороших выходных. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Желательно хорошие. Хорошие. Все, да. Пока. Всем пока.